есть порядка 90 ликов. Ни одного нет друг на друга похожего. Они все характерные. Вот, смотри. Любой лик, любой, перекрывается с лихвой, с печечной головкой. Вот Харлампия начали драть железными кошками. Он посмотрел строго на них, и у них руки отстегнулись. А вот этот умник в него плюнул, у него голова развернулась обратно. Он мне говорит: Харлампия, сделай обратно. Он их пожалел, обратно все сделал. Это перенесение мощей Николая Чудотворца. Мы Николу любили, и вот они вписали сюда несколько икон. Вот икона, вот икона, вот икона, вот распятие. Но просто для интереса, вот здесь 8 человек изображено. Вот церковь, вот они находят мощи. Вот они кладут Николу в гроб, вот они его несут на корабль. Ну, целая сцена. Бумс. Все перекрывается одним спичечным коробком. Меня это всегда потрясает. Каждый раз это новое открытие, каждый раз это новая такая вспышка энергии. В последнее время все публичные люди, они как-то себя позиционируют. То они с этими, то с этими. А я не с ними, я не с ними. А вы с кем? Я с Богом. С Богом за всех. На митинги ни на какие не ходили? Всегда с Богом. Вы вообще аполитичный человек? Вы не ходите на выборы, не голосуете? Вы знаете, как я могу ходить на выборы, когда мне никто не нравится? Все в руках Господних, так или иначе. Мы все это знаем.